Да, кстати говоря, я вам сейчас кое-что покажу. Зацени. Все ж таки мод, конечно, работает на вот эти вот рандомные корабли. Смотри, блин. Эх, уже, знаете, духом отдает. Отдает духом реально хоть какую-то космическую игру. Ну да, конечно, корабль из Звездных войн, но это не столь принципиально. Правда, он без пушек, да? Без верстки с пушками. А, похоже, они все без пушек. Наверное, надо пушками снарядить. Так, меня тут атаковал какой-то черт. Опять. Вот он. А, он дронов выпускает, я понял. Ух ты, стоп. А это кораблик-то нестандартный. Не, нормально. Я не знаю, но это корабль точно. Вот тот разведчик, что первый, что второй, правда, да. Они там херней страдают. Но так по большей части-то. Че на нем пушек нету? Расположить, наверное, не могли. Ладно, пусть развлекаются. Тоже же еще нужно расположение орудий. Шуры-муры-ля-ля тополя. Но этого довольно-таки смотри. Орудий много. Прикольная тема. Фу, вроде бы насобирал нужное количество. Ё-моё, как я задолбался. Так, что мне теперь нужно? Если кто не в курсе, может, все в курсе, скорее всего, кто играл в эту игру. Изменить весь корабль должно хватить. Аганит. Так, размер у меня 1.0. Да, размер 1.0. Порядок. Можно также увеличивать этот корабль. Всякую такую фигню творить, но это не столь специфично сейчас. Размер 1. Применить. Турели будут сняты. Это не важно. Нельзя редактировать по... А чем он, прости, поврежден? По мне тут стреляли, конечно, но все-таки. Ладно, надо сейчас смотаться до ремонтной станции, ее там не разрушили хотя бы. Бои такие идут постоянно. Практически перманентно. Кого они там опять пинают? Разведчик Золтанов до сих пор его хренатит. А, ладно, удачи, ребят. Так, ремонтный док хоть не снесли. Нет, вот она есть. Ремонтный док. Повредили, конечно, сильно, но не уничтожили. Так что не проблема. Че, допремся, отремонтируемся. Эти там все пиляют. Да, и по ремонтному доку тоже идет огонь. Надеюсь, по мне стрелять не будут. Надо оружие получше здесь. Мне воевать нечем, по сути. Ну, я думаю, припарковаться-то я смогу.
Так, только по мне не стреляй. Только ж отсюда. Так, отлично. Огонец. Все. Тролли демонтированы. Теперь давай посмотрим все-таки, когда это все исчезнет. Что у меня тут? Вычислительная мощность по-прежнему такая же, да? Так, вот мне вычислительную мощность бы, конечно, улучшить. Так, погоди, он не весь с агонита стал. А, нет, агонит корпус. Весь с агонита. Вычислительная мощность-то не очень увеличилась. Жалко, жалко. Мне 2000 надо до следующего левела. Ни хрена он там энергию вырабатывает. Йоу. Я, конечно, думал, будет что-то поинтересней. Вращение, откат, слоты для модулей 5. Ай, все по-старому, ничего не изменилось. Ладно, сейчас буду, наверное, как-то на... О. Сейчас. 9 слотов турелей. Стопэ. Как раньше, так и сейчас, да? Ну ладно, сейчас буду экспериментировать. Здесь, конечно, 2000 надо. Это довольно много. Сейчас пока турельки расставлю. Мясо мясистое. В общем-то, я переписывался с некоторыми ребятами, кто с этим модом играет. Прикол мода в чем? В том, что сильно гиперпрыжок увеличился, не очень. В общем, в самом начале к вам будут прилетать корабли, но довольно-таки слабые. То есть все будут захватывать так же, но не в этом прикол. Чем ближе к центру вы будете, тем сильнее будут корабли и тем сильнее будут вооружения. Вначале, да, бывают такие корабли, которые без вооружения, а чисто авианосцы. Жду, пока этот кораблик расхреначит наконец-то до конца. И я смогу и попробовать поразбирать. Я как раз подкупил уже демонтирующих турелек. Жду их возможности опробовать. Они с агонита, правда. К сожалению, нормальных турелей нету. Следовательский модуль можно, конечно, поставить. Я, наверное, сейчас попробую это сделать. Вот и последние минуты жизни его. 16 часов его тут пилят. Кому, в принципе, интересно, в чем прикол? Я уже объяснял. В общем-то, здесь также, кто может обратить внимание, нет сильных оружий. Сильное оружие будет ближе к центру. Так, давайте, ребят, не врезаться, идите там дальше, зачищайте. И надо попробовать с него хоть какую-то шкурку, что ли, содрать. Они собираются, пидорасы. Ах вы, гандоны. Ничего, ничего, я подожду, пока вы улетите, я тут сам все пособираю. Ой, модуль, модуль, модуль. Блин, я корабль перегрузил. Модуль, иди ко мне. О! У меня очень много, по ходу дела. Вкусняшек, смотри-ка. Сколько всего понавыпадало. Но эти мне части не нужны, если честно. Толку мне от них нет. Но я нашел то, что можно поразбирать вместо метеоритов. Потому что уже я 20 часов метеорита тут ковыряю. Мягко сказать, поднадоело. Они сейчас отправились туда. Там тоже езди повоевать. Вот пусть, блин, и развлекаются.
Почти тысячу он тут собрал. Интересно. А у него этих ресов-то много или нет? Так, что-то тут еще вижу. Модули здесь тоже у них рандомно выставляются, насколько я понял. То есть это надо корабли будут мощнее, которые будут ближе к центру и опаснее. Я, по крайней мере, надеюсь, что так будет. Мне так говорили, что будет. Что будет на самом деле, хрен его знает. Тихо ты, не надо биться здесь. Так, делаем старый баг. Ну-ка. Да, демонтаж этих кораблей, конечно, лучше проводить с помощью истребителей, я согласен, но за неимением истребителей делаю то, что могу. Много разных ресурсов-то. Еще и бабло за разбор получаю. Жалко, здесь фар нет. Она что-то долго тут пилит. Что же есть здесь настолько крепкое? Сейчас давай-ка посмотрим. Ориана я еще тут вообще не насобирал ни капельки. А, о, есть, смотри. О-хо-хо-хо-хо! Слушай, а неплохо, неплохо, мне нравится. Нормально собирается, смотри. А правда, мне ресурсы добывать больше интереснее. Я сейчас кино поставился и спокойно добываю. Щиты у меня выдерживают, правда, меня тут пробивать будет до полного корпуса, пока я смотаюсь. В центре, значит, Авориан, да? Сколько? 2000 сразу? Серьезно, что ли? Хрена себе. Сколько эта хрень стоит, слушай? Я нашел все развлечения на ближайшее время. Еще и бабло к тому же поднимаю, но правда как-то, блин, маловато. Есть, кстати, мод, который позволяет бабла больше поднимать. Может, его использовать было практичнее. Это стандартный баг. Я про него, не помню, рассказывал или нет. Нажимаешь стрельбу, нажимаешь escape, выключаешь escape. Главное, чтобы стрельба была на тот момент зажата. И все в порядке. Не, слушай, нормально. Я здесь сейчас поколупаю, насобираю ауриона неплохо. Корабли хоть и хороший. Аурион, блин, ценный слишком. Но мне лучше дронов-демонтажников делать, так что надо будет потом покопаться. Вероятно, я его продам. Мне бабла нужно будет немерено просто количество. И наконец-то выбрать себе кораблик. Ага, он покрыт железом, что ли? Серьезно? Охренеть. Я тут заприметил себе кораблик, кому интересно. Долго будет грузиться. Один из последних вообще он. Где сейчас низ листать. Может подключивать. Да, корабли небольшое разнообразие.
Я очень люблю собирать эти кораблики, их просматривать. Они очень все красивые. Так, я вроде... Нет, это не тот корабль, точно. Это кораблик себе присматривал. Довольно неплохой. Их не, блин, порядок опять поменялся, да вы издеваетесь. А, блин. Вот такой бы себе сделать, это было бы неплохо. Это чисто авианосец. Это... Кто не смотрел фильм «Звездные врата»? Это их не авианосец. На него требуется 10 лямов. Надо корабль себе подыскать пока временно подешевше. Я вот не знаю, на такой бы мне хватило или нет. 135 тысяч аворина, конечно, попробую насобирать. 3 ляма я еще в состоянии насобирать. Я потом посмотрю, друзья. Кораблей очень много. Выбирать я буду долго. Ай, мне по баблу бы вышло. Ну, бабла, да, конечно, здесь. Пока у меня с ним проблемы. В начальных системах много не заработаешь. Но вот такой, если собрать, было бы вообще идеально. Мне нужен реально большой авианосец какой-нибудь красивый. Я его потом... О! Вот такой вот я могу, в принципе, собрать. 25, 500, 3000 наней — это не проблема собрать. Железо, титан — тоже не проблема. 4 ляма кредитов стоит. Ну, я думаю, вполне сгодно. Систем жалко, я его не вижу, сколько у него тут всего. Но, скорее всего, вот такой и выберу. Пока он самый оптимальный. Нанит насобираю, это насобираю. Сейчас посмотрим, сколько я с него аворина здесь копну для начала.